Педагог-психолог губернаторского лицея номер 100 представляет Ульяновскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Состязания проходят в 16-й раз. Региональный этап завершился летом. Федеральный проходит по 15 номинациям. Лучшая самопрезентация, верность профессии, успешный старт в профессии, лучшая психолого-педагогическая практика. Анна Барбитова на конкурсе защищает свой проект по социализации детей и профилактике девиантного поведения. Акцент на формировании конструктивного поведения. Один из элементов – маленькие приемы – это экспрессивные письма, письма родителей детям, письма детей родителям, письма известных людей, которые писали когда-то своим сыновьям и дочерям. Это и Януша Корчика, это и Сухомлинского, это и Амунашвили. Такие вот будут представлены письма и их анализ. Правила 5 пальцев, когда идет рефлексивный момент. Правило 2 минут, когда мы стараемся выполнить в течение 2 минут определенные задачи. У Анны Барбитовой еще много приемов в рукаве. Их она и представляет на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства, который стартовал в Москве в минувшие выходные.